И вновь выбор нашей ведущей Надежды Исаакиной. Да. Стильная туника Ариадна. Кожаные изделия до сих пор будоражат взоры мужчин. Бедные наши мужчины. Вот почему они так любят, когда мы в коже? Не задавали себе этот вопрос? А вот задайте своему любимому. Я уверена, он наверняка хочет видеть вас в этом красивом наряде. Итак, кожа. Не все могут носить кожу. Она не дышит. А чем же так хороши современные ткани? Ну, конечно же, это комфортные, дышащие текстильные материалы на трикотажной основе. Даже не верится, что раньше мы с вами избегали таких вот текстур, поскольку боялись, что будет жарко и будешь потеть. А сейчас этого делать не нужно, поскольку современные технологии еще и красивые. Надеж, такая, а смотри, вот я сейчас заинтересовалась дизайном рукава. Понятно, что само изделие выполнено из заменителя кожи, это текстильные ткани. Здесь мы видим на рукаве очень сложную технику. Попросим нашего режиссера еще приблизиться. Итак, это прозрачная ткань. Ткань, напоминающая шифон органзу. Ткань, кстати, тянется, и я вам это покажу. Видите? Это прекрасно, потому что такие эластичные ткани являются прочными. Вы можете представить себе, как вырезались эти узоры лазером и пришивались к этой ткани? Это же какая работа, но на самом деле это готовые ткани, которые заказывают наши дизайнеры и отшивают такую коллекцию. Здесь подобраны ткани компаньон, идеальны по расцветкам. Давайте еще раз посмотрим на яркие цвета. Да, давайте сразу, пользуясь случаем, вы и свой цвет выберите. У меня цвет называется Василек, да, Света? Дальше наша Оля предпочитает костюм, у нее бордовые брюки и бордовая туника. Туника вообще сегодня меня поражает своей стоимостью. И зеленая расцветка, малахитовый цвет на Анастасии. Это, кстати, самые модные расцветки, и темно-синий цвет у меня в руках. Давайте посмотрим на детали. Не только рукава приковывают взоры, но и накладные карманы. И Наденька вам сейчас с Олей и Настей это демонстрирует. Карманы сделаны из той же самой ткани, что и рукава. А то, что касается посадки, хочу посоветовать женщинам, у кого широкие бедра. Возьмите тунику на размер больше. Если у вас широкие бедрышки, тип фигуры груша, лучше выбрать эту модель плюс один размер. Стандартный тип фигуры берут размер в размер. Итак, заказывайте. Без туники невозможно представить себе демисезон. Ну, ведь правда. Это что-то среднее между блузой и жакетом. Почему блузой? Мне нравится, Света, то, что здесь очень нарядные рукава. Буквально вот прям для торжественного случая. Кстати, Надюшенька, про рукава я еще не сказала одну очень важную деталь. Это рукав реглан. А чем хороши такие рукава? Прежде всего, идеальной посадкой. Рукава реглан зрительно уменьшают зону верха. Обратите внимание сейчас, режиссер, товарищ, покажите, пожалуйста, рукав реглан. Вот он. Когда мы с вами немножко обрезаем верхнюю часть, у нас получается эта часть меньше. Вы видите? Зрительно мы уменьшаемся по диагонали и делается акцент вот на этой части. Посмотрите. Легкие текстуры наших материалов нас также делают легкими. Поэтому воздушные шифоновые ткани очень популярны. Вот в чем секрет. Если у вас богатая грудь, Света рассказывает о том, что будет все компактно выглядеть. А я хочу сделать акцент на том, что без примерки легко. Вот рукав очень удачный в этом смысле, не надо заморачиваться. Надюша, а еще я обратила внимание на зону бюста. Итак, товарищ режиссер, покажите нам бюст. Вот здесь мы не видим с вами выточек отдельных, но зато видим соединения. Вот они. На линии бюста идет полоска. Надюшка, развернись сейчас. Супер. Вот эта полоса, во-первых, позволяет тунике идеально сесть и подстроиться под ваши формы. Такие обрезные детали очень гармонично моделируют наш силуэт. Вы хотите аккуратный девчачий вид? Конечно, да. Моя мама сейчас смотрит нашу программу. У моей мамы прекрасные формы. Только почему-то природа на мне отыгралась. И я хочу сказать, что вот такая туника очень подойдет женщинам не только с аккуратным верхом, но и те, у кого богатый верх. Вы зрительно вот станете как девочки. Смотрите, вот у меня скромные формы, у Оли богатые. Вот, вот эта вот отрезная часть, она действительно подстраивается. Да, и моделирует вашу фигуру. Если у вас мало, ну, как бы скромно, будет красиво, эффектно смотреться. Если у вас богатый верх,
будет очень компактно. Мне даже нравится, что Ольга расстегнула молнию. Давайте посмотрим на качество. Кстати, огромное спасибо нашим дизайнерам, которые думают не только о красоте. А вы знаете, что металлическая молния – это ведь практичность. Ее не надо менять, потому что она никогда не поломается. И я хочу сказать, мои дорогие, здесь украшения не нужны. Знаете, что украшение? Даже не что, а кто? Вы. Потому что многие говорят, вещь красит человека. Неправда. Это человек красит вещь. И посмотрите, примерьте на себя эту модель. Вы самая красивая и стильная. А еще наши женщины нас просят. Девчонки, мы хотим красивую молодежную одежду. Получайте, наши дорогие. И молодите вместе с нами. Да, мы, кстати, можем это увидеть, поскольку у нас, Настенька достаточно юного возраста. 1499 рублей. Вот мы с вами чисто по девичьи, тут Оля вот по поводу возраста шутит. На самом деле возраст не важен. Правда, Света? Я никогда про возраст не никогда. Говорю. Никогда. Мы говорим с вами о том, что каждая женщина красива и достойна лучшего. Туника Ариадна – это шик. Вот не в каждом городе, мои дорогие, мы можем найти такую красоту. У нас прозвучали звонки из небольших поселков. А, кстати, многие женщины, кто нас смотрит сегодня, их интересует один вопрос. В поселках не всегда есть химчистки. В районные центры не поедешь, особенно когда распута. Вот с этим я столкнулась все свое детство, живя в Мезенском районе, поселок Камен. Милые женщины, такие вещи мы можем стирать с вами дома. При этом хочу сказать, что при ручной стирке или машинной блеск никуда не исчезает. А то, что наша туника слегка мнется, это прекрасно. Это доказательство того, что внутри у нас нет химии, а есть вискоза, которая позволит вашему телу дышать. А я все-таки восхищена ценой 1499 рублей и тем, что это туника, которая адаптируется под ваши особенности фигуры. Смотрите, у нас разные фигуры, разный рост и одинаково хорошо сидит. И вы прекрасны все. 46-й размер, присоединяйтесь к нам. Ведь вы можете заказать для себя тунику, носить ее с лосинами в виде платья мини. У Ольги рост 1,74 м. Если ваш рост меньше, это будет стильное платье. Можно носить его с темными колготками. Впереди осень. Зима. В чем вы будете ходить на работу или в гости? Кто-то выбирает современные наряды и молодеет. Вот так. И мы тоже с вами не идем в ногу со временем, в тренде, выбираем наряды под кожу. Но что мне больше всего нравится, Свет, так это так называемое кожаное кружево, да, правда? Правда, Надюшка. Необычно. Это очень хорошо видно на рукавах, посмотрите. Кружево мы любим, но чтобы кожаные аппликации и кружевные вставки, это просто какой-то хит, я бы даже сказала. Вот если сейчас посмотреть на многих женщин, а многие выбирают однотонные гладкие кожаные материалы или заменители, а кружевные, когда вы видели последний раз, мы предлагаем вам стильную тунику платье Ариадна, в которой, кстати, эффектно и можно ходить на работу с брюками. Да, мы с вами выбираем тунику до 58 размера, пока еще есть включительно в наличии, поэтому вы успеваете, я вас с этим поздравляю. По цене топика нарядная эффектная туника, ну как такое может быть в разгар сезона? Потрясающие скидки, почти 1000 рублей.